Казалось бы, легко выглядит, но так тяжело дается. Этим ледорубам так тяжело херачить эту траву. Ой, устал я вообще. Ой. Блин, еще дофига. Не успею я за сегодня. Там дофига. Ручная, вручную лучше, но это долго очень. Надо завтра с утра, чтобы успеть. Вообще бы надо было сегодня успеть, мне, наверное. Не знаю. Ой, тяжело этим ледорубом, блин. Фигачит землю с травой, которая там вросла. Весь потею. Ну, это вот как зимой. Ледоруб — это зимний инструмент. Зимой там фигачит вот спрессованный тяжелый снег. Очень тяжело. Когда зима, там холодно. Ну, январь, там, декабрь, февраль. Очень тяжело. Ты чувствуешь себя как на Альфа-Центавре, на воду Абдулова. Я там представлял, что типа Сталин за мной меня отправил на Альфа-Центавру, чтобы я работать научился. И я типа работал, как будто и представлял, что Сталин за мной следит, за тем, как я работаю. А когда лето началось, резко жара началась невероятная, крайне тяжелая. Там просто капает ручьем, ну почти что ручьем пот. Просто кап, 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 кап. Все, все в поту. Блин, тяжело. Лучше руками, блин, буду. Ну, хотя не знаю, ледорубом тяжело, но встаешь сразу быстро, но и пот идет по всему телу, особенно с головы там. Но зато им быстрее. А вручную долго. Особенно, знаешь, когда вот питаешься не. Ну, лапшой там, вот этой хуйней, то там выходишь на работу, идешь и просто чувствуешь, как вот живот вот, короче, давит вниз на ступни, и вот здесь вот, ну, вот это вот эти места, и вот ноги давят вот так вот вниз, прям чувствуешь, что там излишнее появилось, жир появился. Вот раньше никогда в жизни у меня не было такого. Насколько же хорошо было быть худым. Вот сейчас бы я был худым, я бы себя вообще так легко чувствовал, работал бы, легко так, легче бы поработалось. Блин, если бы они покрасили вот эти вот клумбы, которые жильцы держат, то тогда еще легко было бы. Они будут красить, видимо, не только клумбы, как мы рассчитывали с одной женщиной, там Тамара, которая. Они, оказывается, будут красить еще остальные поребрики во всем дворе. Ну, у меня два двора. А так клумбы-то готовы. Просто. Я не знаю, какие они будут из этих поребриков красить. Какие-то из них, наверное, не будут, потому что они полуразбитые, там, полу в земле закопаны. Блин, еще эти мошки. Знаешь, всегда, короче, когда солнце ярко светит, тогда комары не лезут. А когда дождливая погода такая, ну, вроде нормально, так солнце не сильно не жарит. Тогда мошки постоянно нападают.
А зимой нету ни мошек, ничего. Просто холодно очень. Ну, и там еще какие-то другие воздействия погодные зимой. Что типа ты чувствуешь себя тяжело, короче, когда солнца нет. А я помню, черепаху в детстве держал, она так любит есть вот эту траву, которую я сейчас выдираю там. Она ее ест так с удовольствием. Блин, тяжело, блин. Там еще в том дворе дофигище. Просто охереть. Надо завтра пораньше прийти. Как можно раньше херачить. Я вообще хотел сегодня к вечеру успеть. Ну, блин. Дофига.